Привет, друзья! Сегодня у нас обзор 2 в 1. Сейчас узнаете почему. Итак, смотрите. Видите, сумка Nike T90. Для поездок, для хранения вещей, кому для чего нужна. Нам лично для поездок. Форма такая необычная. С одной стороны, видите, прям прямой угол, с другой стороны покатая такая. Достаточно удобно. С этой стороны внутри сумки, сейчас покажу, чехол для обуви. Все мелкие карманчики есть. Качество, ну, весьма неплохое для сумки. Что от нее нужно требовать, я не знаю особо. Для меня качество вполне устраивает. Цена тоже абсолютно устраивает. Поэтому переходим к внутренностям сумки. Так, что еще покажу. Достаточно неплохое тут на плечо, чтобы было удобно. Подкладочка. Давайте откроем сумочку, покажу, почему два в одном, я сказал. Два в одном, потому что у нас обзор двух сумок. Одной Nike, второй от Adidas. Давайте Adidas пока отложим в стороночку и будем дорассматривать Nike. Тут у нас внутри есть подложка такая твердая. В общем, чтобы сумка держалась, не складывалась у вас внутри. Изнутри все сделано вот таким вот материалом, скорее всего не промокающим, чтобы вы могли ее легко постирать, помыть сумку, если что-то разольется внутри, не дай бог. Ну или вообще просто очистить ее легко влажной уборкой. Видите, сумка очень просторная. Вот чехол для обуви, который я говорил. То есть вкладываете он как бы внутри сумки, но в отдельном кармане. Достаточно удобно. С другой стороны, карман поменьше. Ну, тоже всякие мелочи можете положить. Так, что тут у нас еще? Ну, и с вот этой стороны, как обычно, маленький кошелечек. Сумка пахнет новьем. Ну, это понятно. В общем, вот такая вот сумочка. Давайте перейдем ко второй сумке. Adidas. Она поменьше намного. Это больше такая... По городу с ней ходить можно, на тренировки. Но мы брали для других целей. В машине всякие мелочи перевозить. Она вот такая в форме туба. Круглая. Круглая в форме туба. Небольшая такая. Сами видите, сюда особо много не положишь. Но в принципе все ее пространство полезное. То есть все можно использовать для вещей. С карманчиков, что тут? По бокам карманы такие разные, удобные, ну, сеточки. И тут один карманчик. Ну, кстати. И тут такой большой карман, можно что-то отдельно сложить, чтобы не мешалось. Ну, и также кошелечек, как и везде. На молнии. Молния слабенькая, но работает, если аккуратно. Думаю, все будет хорошо. Так, тут тоже она на плечо вешается и в руке можно нести. Соответственно, вот такие у нас сегодня небольшие два обзора про сумки. То есть в Китае можно заказать, как вы видите, практически все. В этот раз я показал сумки. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. До следующих встреч.